Не будем мудрствовать, короче. А дачная дегустация торнадо, шторм. Есть торнадо айс, есть торнадо шторм. И самая дешевая печенька. Вот, за 16 рублей. Печенье сахарное первым делом, со вкусом даже земляники внезапно. Вот торнадо шторм, тут нарисован какой-то дедопул. Я не знаю, кто такой дедопул. Вот написано деда. Дедопул. Или дедолуп, не знаю, вот. А, вот, что-то там столик в кино, вот. Вот аж на вечеринке стоит и дедопул, вот тут сверху, да, и ссылка нарисована, да, там. Надо опять какие-то промокоды собирать, вот дедопул как выглядит, смотрите. Я, конечно, неправильно как-то снимаю, но вот такой вот он дедопул. Начнем с энергетика, пожалуй. Я думаю, с малиновым вкусом, поскольку это дедопул, это комиксный персонаж, рассчитан, то есть, на детей, да, должен быть с малиновым вкусом. Или с клубничным, да. Пушт айс, это была бы такая синяя жидкость, то есть, типа под лед, да, мятная такая. Ну что, занюхнем? Действительно, какой-то земляникой пахнет или малиной. Ну что, продегустируем основательно. Так, проглотили полбанки, да? Вот что можно сказать, вкус какой-то слабый, очень вообще дохлый. Вот энергетическое что-то есть, да, какое-то такое, да? Чё не намешивают, не знаю, наверное, вкус какого-нибудь таурина, какой-нибудь хрени, вот минимально содержащийся, то есть энергетик ни с чем не спутаешь, то есть такой вот привкус жвачки и слабый привкус малины. Какой-то малины, да, палка клубника, а по вкусу чисто малина. Вот, короче, что-то такое. В итоге получается, наверное, земляника, я так думаю, что-то типа того. А вот печенька. По дизайну, то есть, вот, Гарик говорил, по дизайну ставить оценки, да? По дизайну, короче, оценка рекламное говно, то есть 3. С минусом дизайн. Дефолтный тоже 3. А рекламное говно 3 с минусом. Вот. По запаху оценка 4, наверное. А вкус разочаровал 2. В результате все равно, как бы, да. А по цене все бы, конечно, могло бы идти еще к четверке, да. Но поскольку цена 50 рублей почти, когда энергетики есть за 30 рублей, за 25, это дороговато. Дороговато. Получается, как бы, да, оценка 3. Уж оценка снижена за цену. Вот, вот так вот. За цену тут уж троечка тоже. Средняя цена, не как там в пыжельных этих, да? Как их там, да? Адреналин рашах ваших и бернах местной Кока-Колы. Вот. Видите, какой упаковочек. Тут по упаковочке, что сказать, можно 16 рублей. Без упаковочек ты сразу видишь, что покупаешь. Запасовано он основательно, да, воздух-то не поступает. Ты видишь, как оно выглядит, битое, но не битое. Это очень круто-круто, на самом деле, сделано все, да? Это закачаться можно? Че? Ножниц нету. Нож грязный. Ну, хрен с ней, блин. Сейчас разломаем, включусь еще разок. Смотрите, как оружие у крестьянки. Ну, по дизайну четверку, да, по дизайну печеньки вообще пятерку. Эталон, да, видите, там рифленый с двух сторон. Вот. По вкусу остается. Запах вообще офигенный, то есть такой, как печенье должен быть. Осталось только по, собственно, да, по вкусу. Тут даже говорить нечего, Петифон. Петифон по вкусу. И получает 4 с плюсом, да. 4 с половиной, вот как-то так. В общем, без тот дебич. Бестон Днебич и энергетиком запьем.